Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Сергей Горбачев. Как видите, сегодня я работал в куртке, потому что у нас на календаре лето, а по факту настоящая зима. Я уж не знаю, какая температура за окном, но в мастерской всего 14 градусов. Но в этом тоже можно найти свою прелесть, особенно если вы работаете акрилом. Не нужно постоянно держать кисточки в воде, они и так не высыхают. А это не характерно для акрила. При низких температурах акрил засыхает крайне медленно и позволяет использовать приемы, характерные для масляной живописи. А это дает неожиданный и весьма интересный результат. При отрицательной температуре акрил вообще не засыхает. И это можно использовать в корыстных целях. Если вы ведете крупную работу, то не обязательно тщательно отмывать кисти после каждого сеанса. В перерывах между сеансами можно поместить кисти в холодильник, и они не засохнут до самого окончания работы. Именно так и поступают самые ленивые художники. Они же, как правило, самые сообразительные из нас.